печальное для нас, россиян, то, что президент Путин решает не глобальные стратегические задачи России. Он опять теперь в Украине использует свои служебные возможности для того, чтобы отомстить за личную обиду. А обиженного за революцию, за изгнание проворовавшегося экс-президента Януковича и его коррумпированного окружения. Почему обижен? Потому что слишком уж очевидные параллели с тем, что сегодня у нас в России. В результате этих амбиций нашего президента надолго или навсегда заблокирована возможность для Москвы стать центром притяжения всего восточнославянского мира. Фактически похоронена идея объединения православной церкви вокруг Москвы. Миллионы наших соотечественников за рубежом стали объектом недоброжелательности. Вот вы знаете, я долго искал аналогию. Это вот похоже на то, как если бы Соединенные Штаты Америки вместо того, чтобы создавать евроатлантический альянс, вели бы войска, например, в Канаду, чтобы диктовать, как строить отношения народу этой страны. И для того, чтобы по пути оттянуть пару огородов. К слову, в результате этой глубоко непродуманной политики место славянского центра спустя тысячелетия вернуться к Киеву. Я буду очень рад к ней. Но болеет это, честно говоря, как гражданин России, как русский до России. В 21 веке можно жить по правилам минувших столетий. Можно по-прежнему мыслить в категориях силового объема территории, а не в категориях повышения качества жизни людей. Только вот в современном глобализирующемся мире это не просто смотрится странно и диковато. Это проигрышное поведение. Вы посмотрите сами. Строительство самой большой в Европе мечети в маленькой Чечне. Или морского порта, морского моста на полуостров. Вместо дорог, школ и жилья, так необходимых самим россиянам за пределами Московского Садового кольца. Вот результат, вот реальный результат великих побед нынешнего режима. Нужны ли нам такие победы? Нам, россиянам. Вернусь к позиции соорганизатора конференции. Я хотел бы поблагодарить от себя моих коллег соорганизаторов Людмилу Улицкую, Пенку, Юрия Луценко, которого все знают здесь. Сегодня становится явью завтра.
я горжусь своими согражданами, способными сохранить здравый рассудок, думать о будущем своей страны и готовых ради этого будущего пойти против мнения. Лучший термин, который все время был придуман, агрессивно послушного большинства. Спасибо вам и желаю всем и нашим согражданам, и гражданам Великой Украины удачной работы в эти два дня. Спасибо большое.